Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, мы продолжаем играть Infinite Tanks, мы сегодня будем заканчивать, я так понимаю, кампанию, если нам сегодня повезет, мы сегодня пройдем всю полностью кампанию, прямо до самого финала. Так, открываем 5 эпических карт, которые у нас есть в самом начале, возможно, нам что-нибудь сегодня упадет очень прикольно, ух ты, все 10 уровня, давайте посмотрим, что нам сегодня сыпанется, ну же! Так, гусеницы, прекрасно. Я еще одну могу выбрать? Вау, потрясающе. И радар нам падает. Вообще просто мега, мега круто. Так, у нас еще есть возможность еще что-нибудь открыть. Ну, давайте откроем, потратим денежки. Открываем третью карту. И у нас открывается достижение. Риск-тейкер. И прикольно. Пушка падает вообще просто великолепно. Ребята, мы сейчас прям заделаем наш танк от и до. От и до. Это вообще просто потрясающе. Так, заходим сюда в танки. Давайте мы сейчас возьмем там комплектующие. И соответственно, мы, наверное, прям все... О, подождите. У нас же сегодня есть еще вот. Вот что 10 уровня у нас копилось. Это же вообще потрясающе. Это новый танк, который нам выпал в прошлой серии. Я совсем про него забыл, что нам сегодня нужно кататься именно на нем. Отлично, комплектующий. Как раз мы сейчас на него поставим самое-самое крутое. Так, это у нас получается корпус, да, корпус берем у нас 10-й, десяточка корпуса, движок мы какой можем поставить, движок у нас этот же, так, а вот гусеница у нас же, о, нормально, посмотрите, как можно его изменить, он прям вообще меняется, так, нормалек, давайте мы установим. Отличненько. Так, что у нас еще есть? Башню мы менять не будем. Соответственно, не на чупака. И, соответственно, по-моему, у нас пушка можно брать. Вот она. Вот она, пушечка. Я сейчас прям поближе подверну. Вот так вот как-нибудь. Опа, опа. Вот у нас была, а сейчас у нас фиолетовая. Это просто прекрасно. Она должна прям быть очень-очень мощной. Модули. Давайте посмотрим, что у нас с модулями будет происходить. Модули какие-нибудь можно установить? Можно. Визор мы устанавливаем. Так, улучшение автолодер, автоматическая перезарядка. Вообще круто. Так, улучшенная пушка. Еще можно автолодер. Еще что ли загружаем? В смысле, два автолодера мы загрузили. Так, а что еще? Какие у нас есть еще апгрейды? По-моему, пока все. Пока все, и нам, естественно, нужно будет как-нибудь его покрасить. Я, ребят, предлагаю его как-нибудь покрасить. Как-нибудь... Эх, как бы тебя покрасить-то, а? В темно-зеленый. Давайте мы его отделаем. Так, здесь тоже бы нам вот как бы неплохо бы... вот потемнее мы его как-нибудь заделаем сейчас. Так, хорошо. Потихонечку красим его. И основной, наверное, цвет сейчас у нас будет. Давай же. Мы такими вот маленькими дозами его сейчас... Сколько здесь всего, а? Получается. Где у нас основной цвет-то, я не пойму. Основной цвет нам нужен. Нам нужен основной цвет. Давайте мы сейчас его покрасим. Во, нормально. Вот это уже хорошо. Давайте немножко потемнее. Тут прям такие яркие цвета. А, во, нормально. Вот это уже неплохо, в принципе, да? Вот такой вот, да. Чуть-чуть потемнее и покрасим. Прекрасно. Все, покрасили. Я думаю, можно двигаться дальше. Можно двигаться дальше. Так, нам нужно выйти отсюда. Уверен, что хотите отменить этот дизайн. Нет. Так, все, вот он дизайн, все нормально. Зачем нам отменить? Подождите, я покрасить. Здесь можно нажать у нас покрасить. Так. Окей, все, выходим, все хорошо. Ну что, давайте будем приступать. У нас впереди очень много всего интересного. Сегодня будет, сегодня кампания у нас продолжается. Нам осталось лишь всего немножечко. Осталось 12, 13 и 14. Не знаю, успеем мы сегодня дойти или нет до финала. Но мне очень-очень бы сильно хотелось бы это все сделать. Я надеюсь, что мы сегодня допрем. Конец лета где-то в Центральной Европе. И усиливает свое влияние в разных частях света. Ах, так... Хорошо. Судя по данным со спутника, к северу отсюда расположен вражеский аванпост. Нормально. Нужно отвлечь их внимание, пока штаб готовит авиаудар. Ого, у меня напарники-то вообще крутые. Атака должна быть быстрой и решительной. Да без проблем. Погнали. Вау, какой у меня танчик-то вообще потрясающий. Он очень низкий. По нему сложно попасть. Ну-ка, можно тачка? Тачка можно разбить. И здесь мне что нравится в компании очень... два наших хорошо, что мы управляем беспилотной техникой.
Ага, так, два наших еще подъехали. Мне нравится, что здесь разнообразные карты. Движение на 12 часов. Воу-воу-воу-воу, тихо, погнали. Так, прошел у нас. Но, я тебя не вижу. Ай, перезаряжайся скорей. Годи, нашего что, слили уже, что ли? Здесь вообще жесткие ребятки-то, а? Я смотрю, приехали. Что происходит? Наших вообще валят. Ну же. Хорошо попали. Еще. Отлично, сняли. Этого тоже убрали. Порядок. Все замечательно, едем дальше. Так, все живы. Все живы-здоровы. Вроде бы да. Он знает, что мы здесь. Искусственный интеллект знает, что мы здесь. Против искусственного интеллекта воевать очень-очень трудно. На самом деле есть одно из самых популярных катастроф во Вселенной, которые могут произойти на нашей планете, апокалипсисов. Это если мы разовьем искусственный интеллект у себя на планете. Может быть, что-то вот подобное как раз в этой игре и показывается. Вражеский аванпост за холмом. Так, он где-то здесь. Я думаю, он где-то должен быть впереди. Я вижу тут горящих много танков, и поэтому нужно быть очень-очень аккуратненьким, потому что там противник на мосту. Опа, оу. Тихо, можем попасть отсюда? Попали, отлично! Я одного слил. Ну-ка, давай отъедем сюда. Ес, еще один. Они наступают, они впереди. Так. Давайте, ребят, в укрытие. В смысле? Чуть прям подлагнуло немного. Бомбардировщики на подходе. Так, я попал. Нам нужно спрятаться где-нибудь в ущелье. Или рядом со скалой. Выбрать какую-то местность такую. Прям, ох, нормально, прям, смотри, подлетел аж. Ну, давай его немножко, ну. Осталось совсем чуть-чуть, прекрасно, одного слили. Еще одного. Тут противники прям вообще жесточайшие. Чувствуется, что скоро уже финал. Ну, этот, бомбы сброшены, сэр. Да. Да, попали. Так, отъезжаем, ну. Отлично. Еще одного убрали. Так, вот там подраныши еще ездят. Еще двигаются. Черт возьми, меня потрепали. Прям вообще очень. Да отъедь же ты, зачем ты мне путь загораживаешь? Так, ладно. Еще одного. Мы всех уничтожили. Супер. Супер. Ремонтироваться-то будем или нет? У нас, по-моему, одного брата нашего слили. Отличная работа. А вражеский аванпост ликвидирован. Неужели нам дадут более крутой танк, а? А в следующий раз мы уничтожим их линии электропередачи. Миссия завершена. Отличненько. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что нам сейчас дадут. Какие-то призы. Вполне возможно. Так, мы сейчас должны прокачаться. Или нам дадут новый танк, или нет. Так, нам дают сейчас возможность опять выбрать что-нибудь, а? Давайте я всегда выбираю по центру. И у нас падает... Harrier. Так, окей, это, наверное, новый корпус, я так понимаю, да? Можно посмотреть, кстати, что нам выпало. Это новый, наверное, корпус, я так думаю. Но корпус у нас и так вроде как ничего. Мне нравится новый корпус, я просто сейчас гляну. Так, это, наверное, где-то вот здесь. Да, действительно, это новый корпус. Он, по-моему, даже круче. Он даже, по-моему, круче, да? Ну, посмотрите, да, ну, выглядит более брутально, скажем так. Можно, конечно, взять, поэкспериментировать, посмотреть, насколько он крутой. Но мне этот корпус вот Puma больше нравится. Но, хотя здесь по многим параметрам этот корпус проигрывает, но в некоторых сферах он, тем не менее, лучше. Давайте просто посмотрим, насколько он крут. Так, отправляемся на следующую миссию, просто ради эксперимента, скажем, поглядим, с каким корпусом будет более прикольно. Так, предпоследняя миссия у нас, 13-я миссия, и компания
уже подходит к завершению. Аляска, in company. Так, тем временем недалеко от Северного полярного круга. Разведка считает, что искусственный интеллект преоборудовал местные заводы для выпуска оружия. Ну да, это, конечно же, и так понятно, что искусственный интеллект будет развиваться, он не хочет умирать, он будет сопротивляться. Уничтожить эти заводы — наша главная задача. Окей. Понеслась, дорогие друзья. Если вам нравится Infinite Tanks, то можете прямо сейчас поддержать нашу серию лайком. Компания действительно убойная, очень прикольная, интересная. Так. Куда мы едем? Эта карта вообще совершенно другая. Есть речушка, вон там заводик. Но, походу, сейчас у нас будет впереди очень много соперников, противников. Мне кажется, вот нужно мост проверить, потому что оттуда будет братва по-любому появляться. Так, нет, нам рекомендуют двигаться вот куда-то вот сюда. А, мы приближаемся к заводу. Ага. Здесь какая-то лесопилка. Какая-то лесопилочка и... Окей. Едем, все развалено. Ё-моё! Ого-го! Вот это засада! Вот это засада, ребята! Как красиво-то! Как было красиво! Так, попали еще. Пробиваем. Есть, сняли. Вон еще у нас товарищ. Так, прекрасно, но... Готово. Слушай, они прям в здании сидели. Со спины нападает. Офигеть. В принципе, корпус мне нравится. Он тоже очень такой брутальный. Слушай, вот этот бронированный, посмотрите. Мы прям... Да чтоб тебя. Вот мои напарники, конечно, прям любят подлазить под снаряды. Прям вообще хлебом не корми. Так, уничтожили, отличненько. Меня бы здорово потрепали и... Мне кажется, конечно, предыдущий корпус был более эффективным. Скажем так, да? Этот тут у нас высокий такой. А тот был пониже. Так, огонь. Че, по зданию? Мы что, здание разбирать будем? Серьезно, посмотрите, оно разваливается. Ого, жесть, все дотла. Ну, давай. Блин, прикольно, что здесь можно разбивать здания. Это круто. Это реально круто. Так, может быть, нам насквозь вот так пробить. Посмотрите, стены все разлетаются. С них хватит. Можно еще вот так. Можно вот так. Идет ремонт. Давайте ремонтировать наши танки будем. Соответственно, потому что они что-то прям искрятся и горят. А в этом районе есть другие заводы. Надо и туда заглянуть. Ну что ж, давайте отправимся. А дальше двигайтесь вдоль линии электропередач. Так, ясно. Будем двигаться вдоль линии электропередач. Поехали. Оу-оу-оу-оу. Я еще хочу немножко раздолбать этот завод. Так, мы будем двигаться через мост, и вполне возможно, что где-то вот здесь однозначно на той стороне будут... Будут у нас проблемки. Так, починились, отремонтировались. Это уже прекрасно. Давайте. Посмотрим, что у нас будет впереди. Я вижу там вертолеты. Так. Это не есть хорошо. Опа, это наши, не наши? Попали, вас заметили. Годи. В укрытие. Уничтожаем их. Да где же ты? Ну добей его! Добей! Че же вы с ним гоняете-то, а? На подходе еще два танка. Отлично! Давай по гусеницам ему, по гусеницам. Хорошая работа, прекрасная работа, я вам скажу.
Все разлетелось. Давайте отправляемся дальше, вперед. Меня, в принципе, вообще не потрепали в этот раз. Ну, посмотрим, что у нас будет дальше. Прикрывайте, мы выпустили их на металлолом. Прикрывайте с миномета. Годи, ну миномет у меня на этом танке не установлен. Так, где вы? Что-то мне тут не нравится. О-о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 -
Так, одного сняли. Попали, хорошо. Ай! Ёлы-палы, нифига себе! И там, по-моему, западня еще, как обычно, в доме. На заводе братвы полно. Кто здесь пробивает, а? Так, этого типа уничтожили. Еще этого тоже. Противника подкрепления. Где? Они нас окружают, мерзавцы. Вон там последние. Попали, хорошо, этот бронированный прям какой-то выехал. Прям вообще серьезные. Так, нормально, хорошая работа. У нас один, посмотрите, он раненый. Он, собственно, уже... Открыть огонь по зданию. Нам нужно ремонт. Нам нужно для одного танка, обязательно для одного экипажа. Нужно его отремонтировать, чтобы он... Так, пытаемся здесь уничтожить завод, и реально мы его разбираем по кирпичикам просто, по кирпичикам. Великолепно. Теперь уничтожил... Ага, уничтожим другой, еще один завод надо. Вот это вот! Оу. Обалдеть. А если я туда подъеду? А заехать я, наверное, не смогу туда, да? Нужно просто как можно больше нанести прямо урона. Аляска, написано компания. Снесем вывеску. Yes! Завод уничтожен, можно немного расслабиться. Фух, вот это была бойня, вот это была бойня. Ну ладно, мы вышибли искусственный интеллект из этого региона. Да, ребята, было очень жарко. На какое-то время вышибли из этого региона, но нам тут так подчеркнули, что на какое-то время. Что возможно, что еще это, конечно же, не все. У нас 11 левел, и у нас есть новый танк, дорогие друзья. Новый танк. Прекрасно, новый движок на него, Vega 2. Давайте посмотрим, полюбуемся на танк 11 левела. Насколько он будет хороший, насколько он будет прикольный. Насколько он будет брутальный и эффективней, чем у нас, который есть, да? Так, у нас может выпасть, кстати, антенна. Я только хотел сказать, что антенна выпадет. И действительно, нам падает антенна. Ну ладно, антенна, в принципе, не такая и особо важная. Ну ладно, ладно. Хорошо, на этом тоже спасибо. Так, посмотрим сейчас танки. У нас 11 левел, вот он так выглядит. Вот такой вот танчик. Он похож очень на 7 левел. Что мы можем на него сделать? Давайте посмотрим комплектующие, какие можно на него поставить. Здесь у нас что-то есть, здесь. Вот, можно новый движок нам выпал как раз. Давайте на него двигатель новый поставим. Здесь у нас ничего нет. И пушки, пушки у нас... так, это можно одну убрать, нет. Фух, зря, наверное, жаль, конечно, пушечки мне бы хотелось бы. Мне бы хотелось, чтобы на него пушки бы хорошие прям. А, слушайте, на него же нужно еще комплектующие поставить и еще модули. Модуль какой мы можем на него поставить? Прикрутить, это мы можем антенну. Давайте поставим на него антенну. Так, а здесь что у нас? Автоперезарядка обязательно. Так, ну и все, получается, пока все. Красить я его, наверное, не буду. Хотя можно было, какой-то мне цвет, он мне не особо нравится. Давайте мы его покрасим, сделаем из него какой-то похожий уже на более-менее танк. Что-то вот в этом духе, вот так, например. Давайте с как-то с синим отливом. О, нормалек, нормалек. Так, прекрасно.
Может быть, у нас какие-то еще есть карты, которые мы можем открыть. Давайте награды поглядим. Я надеюсь, что нам откроются какие-то карты. Может быть, нам выпадет пушка новая или там какой-нибудь корпус. Да хоть что. Так, время истекло, подожди. Иногда вот здесь происходит сбой с наградами. Надеюсь, это тоже дело пофиксят. Так, три эпические карты. Есть! Наконец-то мы дождались. Так, это у нас получается. Я открываю по центру. Эх, давайте я еще потрачу денежки. 2700 у меня есть. У меня, в принципе, деньги есть. Опа, пушка, Polaris. Прекрасно, прекрасно. Давайте берем гусеницу и пушку. Здорово, ребята, вообще просто супер. То есть нам выпали очень классные награды. Давайте заглянем сейчас в комплектующие и посмотрим у нас на пушку новую. Polaris у нас получается, вот она вот так вот выглядит, до этого была вот такая, сейчас мы ставим Polaris, он должно быть очень крут. И, естественно, поставим новые гусеницы. Тайгер! Так, прекрасно, прекрасно. Все, теперь можно уже двигаться на финальную миссию. Я думаю, с таким танком мы должны затащить, это просто однозначно. Миссия 14-я, погнали! Приготовиться! Мы приземляемся в аэропорту противника! Вау, вот это эпик! Так... Нас высадили с самолета. Зачистить зону вокруг самолета, погнали! Огонь! Здесь ребятки вообще жестокие. Ты смотри! Обалдеть! Так, этого ничто. Ох ты, ничего себе! Со спины еще кто-то долбит. Да ладно. Жесть, мне уже половину здоровья слили только в самом начале. Так, этого убрали, нужно постоянно двигаться. Нужно постоянно двигаться. Во, нормально, прямо. Ох, отлично! Захватите их главную башню. Не больше половины здоровья слили. Это какой-то ужас. У нас 11-й танк. Ну же, ну же, ну же, прицелься. Так, попали. Попали, нормально. Блин, опять же. Иногда мои же мне мешают. Так, убрали. Убрали мерзавца. Хорошо. У него сдвоенная пушка. Ну же, пробей его. Кто у нас еще? Есть! 30 секунд до захвата башни. Нам нужно продержаться 30 секунд, защищать башню от танков противника. Сколько здесь разной техники, вертолеты. Попали. Офигеть, ну же. Да разверни же ты. Ай-яй-яй. Нормально. Нормально, 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 нормально. Прям. 98 жизней у меня, башня захвачена. Фух, ремонтироваться дадут. Убедитесь, что рядом с ангарами нет врагов. Это жесть, я сейчас сдохну. Я сейчас просто могу сдохнуть. Проверьте все 4 ангара в отмеченной зоне. Ну давай, погнали. Мне нужно крайне быть крайне аккуратным. Одно попадание и все. Блин, он нашего напарника грохнул, откуда? Как ремонтироваться-то, а? Так, нас тут увидел. Кто? Где? За ангаром по-любому там где-то находится у нас. Ребятки. Ну, это все, наверное.
Мы сейчас сдохнем по-любому. Мои напарники вообще мне не помогают. Обалдеть. Вокруг гаража чисто, 43 у меня жизни, они просто стоят там. Ладно, поехал я. А пора захватить последнюю башню, я надеюсь, нас сейчас подлечат, потому что это была прям жесточайшая битва. Да! Прекрасно, подлечили, здорово! Скажем мне, 10-й танк больше нравился, чем вот последний. Я не знаю, может я к нему еще пока не привык, но мне кажется, какой-то более грузный. Тяжелый такой прямо. Нужно, можно сюда заехать, а? Нет, это все дело, конечно, не выдержит. Я знал, что вы здесь. Я знал, вот отсюда точно должны были появиться. Ой, как ты еще жив-то? Ну, пробейте его уже. Нашим напарникам, я смотрю, что-то прямо туго. Приходится... Так, с этой стороны можно. Попали. Давай, 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 давай. Да, снял. Плохо, что мои же мне же мешают. Отъедьте подальше. Я его грохну, ну. Они его сами решили слить. Ладно, не буду мешать. Без проблем я поеду по этой улочке. Мне кажется, здесь можно... Здесь в любом случае кто-то будет. Давайте аккуратненько движемся. Они там, а я здесь. Я могу сюда как-нибудь проехать? Вот так вот, да. Вот здесь прямо можно укрыться. Немножко, потихонечку. Нет, не могу проехать. Давай сюда. Так, они здесь стоят. Сейчас что-то будет. Нам нужно 60 секунд, чтобы перехватить управление башней. Не допускайте к ней врагов. А враги поехали, блин. Толпой целой, да? Да, слили одного. Давай, 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 пробивай, ну. Слушай, прям попал, ничего ему не случилось. Абсолютно, товарищ. Во! Кто-то глушит сигнал. Кто-то у нас глушит сигнал, кто бы там мог бы быть. Ну же, гады. У вас 90 секунд, чтобы уничтожить и захватить башню. Давай, добей его, ну, немножко, да. Прекрасно. Это ты куда погнал-то, а? Давай, сливаем тебя. Вот еще. Ой-ой-ой, в ангаре-то сколько у нас, а? Так, одного убрали, остался еще один. Ну же, ребятки, соберемся. Соберемся. Открыто достижение. Танк Дестройер 250. Нам нужно двигаться, наверное, к этой точке зеленой, да? Вон еще. Эх, дуло здесь медленное, прям вообще пушка. Так, они обходят со всех сторон. Ох, хорошо, как я попал. Почти сразу слил. Почти сразу. Да, уничтожил. Мы не можем выстрелить подкрепление. В смысле? Вы не можете выстрелить подкрепление. Это как так? Почему? Противник едет подкрепление.
А почему вы не можете выселить? Одни мы аэропорт не захватим. Выполнение задания прервано. Так, ну супер. Супер, мы со всеми разобрались очень быстро. Нужно, наверное, двигаться на точку, я так понимаю. Я не знаю, что нужно делать. Видимо, двигаемся на зеленую ту точечку, куда нам указывают. И там нужно... Там нужно находиться, да? Так. Ну, а где напарники-то мои, а? Глушилка уничтожена. О! Хорошо. Мы почти захватили башню. Тут у нас еще кто-то есть. Один выезжает и сразу же с лета получает сокрушительный дамаг, и башня связи теперь наша. Мы теперь ее захватим, зачистить район, чтобы мы смогли приземлиться. Ну вот, теперь уже по-другому. Посадочная полоса зачищена. Вау! Какой огромный самолет. Уничтожить вражеское подкрепление. Подкрепление вражеское надо было... Сейчас уничтожите, вообще все будет нормас. Просто нормас. Так. Два танка уже слили. Еще хорошее бы... Хорошее бы сейчас попадание. Отлично. Работаем, работаем, работаем. Здорово. Один танк остался. Где-то там вдалеке. Прекрасно, и мы его тоже уничтожаем. Еще я вижу, впереди-то народу много. Казалось бы, что все, но нет. Тут еще братвы. Косить и косить. Так, кто у нас? О, хорошее попадание, но последнее. Располагаешься здесь, силы противника уничтожены. Отлично. Аэропорт теперь наш. Забираем его. Забираем его. Сегодня боги войны были на нашей стороне. Миссия завершена. Открыто достижение. И мы, по-моему, проходим кампанию, я так понимаю. Это был финал. И нам падает 12-й танк. 12-й. Невероятно, сегодня просто... О, автоперезарядка оранжевая, это вообще просто потрясающая штука. Так, хорошо, давайте посмотрим на 12-й танк 12-го уровня. Что у нас здесь падает? По центру я всегда беру. Так, мортира нам... хорошая штука, кстати, мортира, прекрасно. Давайте мы еще откроем, наверное, вот такую вот. И еще у меня, в принципе, есть деньги, почему бы и нет. Открываем. О, 12-й. Это самый последний. Надо на него все пооткрывать, чтобы у нас на него прямо... все получается, ребят. Мы прошли всю кампанию. Это просто потрясающе. Потрясающая была кампания. Очень интересно. Правда же, мы всю прошли. Да, 14-14. На миссии мы завершили успешно. 12-й танк у нас. Сейчас я вам покажу. У нас вот такой вот он так выглядит. Вот такой вот танчик 12-й, он прям такой разукрашен, интересно. На него очень много комплектующих нам выпало сегодня. Мы их, наверное, будем, я так понимаю, устанавливать в следующих сериях. Так, на него что у нас есть? На него у нас... вот нам выпала вот эта вот штука, прям очень хорошая. Во, вот это пушки у нас. Посмотрите, сдвоенные пушечки должны прямо... Мы можем сразу за раз два выстрела наносить. И у нас еще много интересных миссий впереди, ребята. Если вам нравится Infinite Tanks, вы можете поддержать это видео лайком. Ну, а с вами был Родригес. Вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи и до новых встреч. Всем счастливо и пока-пока!